Ну, знаете, за Уралом еще секрет такой. Батюшка, ну только это не владыки относится. Батюшка иногда говорит целый час, ну вроде бы меня. А, и уже надоело людям. Да, они говорят, спаси Господи, что закончил. Ну, владыки, это не к владыке относится. Братья и сестры, сейчас мы стояли сейчас на службе, да. Вот, литургия это самое древнее богослужение, самое великое в православии богослужение. Оно началось когда? Литургия. Литургия это общественная служба, значит. Когда она началась? Евхаристия. На тайной вечере в горнице Сионской. Вот 2000 лет назад Господь перед своими страданиями, перед Голгофой, дорогие мои, потому что потом уже нельзя было, Он собрал учеников своих и совершил последнюю Пасху ветхозаветную, а затем установил Пасху новозаветную. Он взял хлеб, благословил после трапезы, преломляя, раздал ученикам и сказал, «Примите, едите, это есть тело мое». А затем взял чашу, благословил Отца, попросил благословения Отца Небесного. Да, и кровь, и вино претворилось в кровь. И он преподал ученикам и сказал, пейте от нее все, ибо это есть кровь моя, которая за вас проливаемая в оставлении грехов. Это делайте в мое воспоминание. Дорогие мои, и это воспоминание уже 2000 лет от одной чаши святой, все мы причащаемся, все, во все поколения, все во всех временах, до третьего уже тысячелетия. Конечно, те, которые прошли через купель крещения и стали христианами. И вот сейчас, батюшки, причастились тело и кровью Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. И теперь ваша очередь подойти к святой чаше благоговейно и достойно причаститься. Дай Бог, братья дорогие мои, у нас... Запивка там, говорят. Где запивка, отец Демид? Там в конце. Там постарайтесь запивкой, сестры, так не задерживать, чтобы братья и сестры так быстро совершили этот духовный акт. Дорогие мои, ну сейчас у нас сколько чаш? 5 чаш будет, да? Где мы будем? Ну-ка. Одна здесь, одна наверху. Там уже... А ты знаешь, где покажешь, да? Здесь одна чаша, где еще? Все батюшки будут такие высокие, поэтому будет. Ага. А, кто там? 2, да? Ну хорошо. Ну давайте. Так, мы готовы.